Вселенная звездными отрядами кружится между звездами безбрежный ураган. Блещет вихри космоса энергии разрядами. Бьется ветер пламенный, как огненный капкан. Инфинити надо зовет нас на бой. Мы рыцари звезд вышине голубой. Отвага наш клинок в сражениях, воля наш незыблемый щит. Вместе мы едины, вихрь непобедимый, тысячи звездных орбит. Стойкость наша сила грозная, верность боевой оберег. Все вместе мы братство, игроков надо навек навсегда. Infinity Nado. Первая серия. Пробуждение Infinity Nado. А где это я? Куда я попал? Infinity Nado? Какие они мощные! Похоже, фиолетовый выиграл. Ого! Голубой разделился надвое. Небесный вихрь. Ну и сон. Плохо дело! Они гонятся за мной! Не на того напали! Он очнулся! Надо бежать! Да отстаньте же! Нет! Только бы они меня не заметили! О, нет! Ну ничего. Я вам покажу. Уже солнце стало. Где это я? Неужели... Поверить не могу. Я сюда добрался. Мечта каждого игрока в Надо. Ветреный город. Наконец-то я здесь. Погода меняется. А? Что там за свет? Что это? Ого.
Откуда этот свет? Что? Что происходит? Что? Только не это! Молния летит прямо на меня! Чуть не умер. Это еще что? Инфинити надо? Так похож на мой небесный вихрь. Странное чувство. Ты что-то пытаешься сказать? Я не знаю, чей ты, но обещаю отыскать твоего хозяина. А пока я о тебе позабочусь. Смотрите, что у меня есть. О, вот это да, круто! О! А? Эй, мой надо! Ай! А! Где он? А почему он не выныривает? Он не утонул. Прости, малыш, ты как? В порядке? Да какой я тебе малыш? Ты что, не знаешь Илая? Ты что, только приехал? А, как ты угадал? Не хотел обидеть. Все ясно, новенький. Я тебя сразу вычислил. Мой тебе совет, веди себя осторожней. Не все игроки в Надо такие же классные, как и я. Вот оно что, так ты мастер Надо? Я-то? Ну, конечно, могу научить. Ладно, малыш, мне пора. Желаю удачи. Ты куда? Я не договорил. Слушай, так у тебя есть надо? Тогда считай, что тебе очень крупно повезло. Ха-ха. Зови меня Мастер Илай. Я все тут знаю и расскажу тебе, что и как. Ну что, идем? Это те самые волки. И что такого? Они же в клетке. Чего их бояться? Я вот вообще их ни капельки не боюсь. Эй, волки! Страшно? А ты говорил, бояться нечего. Идем, мастер Илай. О? А? А знаешь что? Ты мне нравишься. Я буду тебе помогать. Кстати, у нас на окраине города живет один тип, который бесплатно оживляет надо. Да ты что, он и вправду умеет оживлять надо? Ты серьезно? Ты точно ничего не выдумываешь? Ну ты недоверчивый. Говорят, что этот человек настоящий волшебник. Отдаешь ему самый обычный надо, он взмахивает посохом, и твой надо из обычного становится живым. Это настоящая магия. Ведь надо не просто так оживает, в него вселяется мощный дух. Иха! Идем же быстрей! Ты что, не хочешь оживить свой надо? Или ему даже наш волшебник не поможет? Чего стоишь? Шевелись, бегом-бегом! Вот глупые. Надо невозможно оживить. Эти простачки поверят во что угодно. И не говори, смешно слушать. Впрочем, чем меньше у них мозгов, тем нам лучше. Снова и снова будем их обманывать. Да, вот кстати. Билл в наряде волшебника смотрится просто отлично. Да, да, точно. У нас получится настоящее шоу. Ага. Как раз для этих простачков. Потише, Дон. Да, ты вообще-то нас охранять должен, а не шуметь в наших покоях. Или ты забыл, у нас есть связи в высшем обществе. Не волнуйтесь, мисс Лин, я ни о чем не забыл. Высшее общество тоже мне. Подделывают надо и обманывают детей. Обычные мошенники. И о чем я раньше думал? Зачем я согласился с ними работать? Нет, надо уходить отсюда.
Ого! Ничего себе! Это настоящая магия! Смотри! Ух ты! Ура! Мы успели! Он здесь! Это тот человек, о котором ты мне рассказывал? Илай, ты снова опоздал! Что, и ты здесь? Ну, конечно! Я сразу прибежал, как только смог. Хочешь, иди первым. О, спасибо. Я твой должник. Послушай меня, дитя. Ты должен положить Инфинити Надо в мой волшебный чан. И тогда твой Надо обретет невиданную силу. Илла-билла-ка-та-кра. О, смотри, дитя, скажи мне, ты хочешь золотой Надо? Или этот сверкающий серебряный? Мне, пожалуйста, тот, который сильнее. Ха-ха, хорошо сказано, раз ты такой умный, бери оба. Ух ты, спасибо. Не за что, теперь вся сила Надо твоя, пользуйся. Ура, теперь в моем Инфинити Надо живет дух, ура! Дети, идите ко мне и осуществите свои мечты. Ух ты, теперь у него целых два Надо. Значит, у нас с тобой на двоих получится 4. Идем же скорей. Странно все это. Кто следующий? Кто хочет оживить свой Надо? Иди сюда. Подходите смелее, давайте, показывайте, что у вас. Вот мой Надо. Снова этот цвет. Ай, горячо! Что это с ним? Зря я его взял. Илай, подожди. А? Что ты делаешь? Я только хотел попросить вас, мастер Илай, пустите меня, пожалуйста, первым. Первым пустить? Как тебе такое вообще в голову пришло? Без очереди он лезет. Простите меня, мастер Илай. Ладно, так и быть, пропущу тебя. Угу. О, над твоим Надо висит проклятие. Это большое несчастье. Но тебе очень повезло, парень. Я могу это исправить. Кидай Надо в чан, и я вселю в него духа, а проклятие исчезнет. Ладно, как скажете. Но я запущу его, а не кину в чан. Эй, ты что это придумал? Надо! Что это? Что происходит вообще? Вот, так я и знал. Эй, ты не лезь не в свое дело! Вы самый обычный мошенник. Настоящий игрок Надо вкладывает в игру мастерство и душу. Каждый бой, каждое сражение укрепляют связь с его Надо. Только так можно пробудить его силу духа. И все истинные игроки Надо это знают! Ого, мистер, вот это речь! Так говорил мой дедушка. Ну-ка быстро отдавай наши Надо, старик! Что? Старик? Да как ты смеешь, выскочка? Ты поплачешься за свои слова! Ха-ха-ха-ха! Не понимаю, вы кто? Лин Килл! Меня зовут Билл! Я Килл. А я Лин. А все вместе мы дети короля. Бродячие циркачи? А я откуда знаю? Эй, ты умник, выбирай выражение. А ты? Не лезь в чужие разговоры. Если ты игрок Надо, давай сразимся прямо сейчас. Если я выиграю, то ты вернешь все Инфинити Надо, которые украл. Ну что, договорились?
Видишь, как заговорил? Делать мне больше нечего, сражаться с такими юнцами. А если они все захотят вызвать меня на бой? Так значит, я победил? Погоди, не торопись. Ты меня неправильно понял. Я с тобой не буду драться. Вместо меня с тобой сразится мой слуга. Что? Какой слуга? Слушай, Билл, если я выиграю, то получу его Infinity Nado, я правильно понял? Ха, если выиграешь, получишь, но потом. Ха, я тебя понял. Потом вернусь к своей работе, а сейчас у меня есть шанс выйти на бой. Кто же от такого откажется? Эй, слушай, не надо с ними связываться, они же мошенники, точно играют нечестно. Хотя хорошо бы их проучить. Мастер Элай, я понимаю твое беспокойство, но лучше отойди и смотри внимательно. Вот это да! А я думал, этот парень играть не умеет. А он, вон какой смелый, не боится принимать бой. Секундочку. Эй, ты, очкарик, а я тебя раньше нигде не встречал? Ты... это о чем? Мы с тобой точно не встречались. И в то же время твое лицо мне кажется знакомым. Ладно, неважно. Пора начинать. Уверен, что это будет очень весело. Ты готов к бою? Надо! Ха! Вперед, небесный вихрь! Хм, твой Надо очень похож на моего. Тем хуже для тебя, ведь мой Надо точно сильнее. Огненный клинок! Приготовиться в атаку! Я слышал об игроке, который умеет запускать надо против часовой стрелки. Люди говорили, что этот игрок очень силен. Так значит, это ты? Кто ж еще? Сейчас сам увидишь, что дает обратное вращение. Думаешь выиграть? Ты просто не знаешь, на что способен небесный вихрь. Задай ему! Что это? О! Это же духи надо! Вселенная звездными отрядами, а? Надо из моего сна. Вместе мы едины, духи непобедимы. Тысячи звездных орбит. Стойкость нашей силы грозная. Верность боевой билет. Все вместе мы братство. Игроков надо наверно навсегда. Это же огненный клинок! Небесный вихрь! Ого, поверить не могу! Настоящие духи надо! А? А? А! Ты Джин! А ты Дон! Эй, Билл, тут явно что-то не так. Откуда они знают друг друга? Слушай, не нравится мне это. Сматываемся потихоньку. Давно не виделись, Джин! Но странно, почему я тебя забыл? А теперь вдруг вспомнил? Ну, наверное, небесный вихрь и огненный клинок помогли нам вспомнить друг друга. Очень рад тебя видеть, Дон.
Мы были совсем маленькими и уже тогда сражались. Но сейчас я не собираюсь тебе проигрывать. Хорошо, Дон. Мы покажем друг другу, на что способны. Я игрок Надо. Вперед, небесный вихрь! Покажи свою силу! Огненный клинок в атаку! Что? Ну надо же, снова проиграл. Да, хороший был бой, Дон. Согласен. Так значит, тебя зовут Джин? Джин и Дон! Ну, погодите! Вы за это заплатите! Посмотрите, госпожа. А? Что происходит? Что ты пытаешься сказать? В следующей серии Джин и Дон встречают Сесилию и Дэвиса, которые потеряли память. Чтобы помочь им вспомнить прошлое, Джин и Дон вступают в опасную схватку. Смогут ли они победить и вернется ли память к Сесилии и Дэвису? Вы узнаете в следующей серии.